Телерадиоканал «Страна FM». Один на всю страну. Здесь и сейчас, прямо сейчас начинается великолепный, грандиозный концерт телерадиоканала «Страна FM», который посвящен году вещания. Здесь, на Цветном бульваре, сегодня выступят самые лучшие артисты и коллективы. Друзья, следите за нами. Я поздравляю «Страну FM» с днем рождения и хочу пожелать, чтобы когда-нибудь «Страна FM» отметила 870-летие, как наша Москва. Да будет так. Хочу подарить эту баночку варенья, а ты попробуй, главному редактору «Страна FM» Александре Хайруиной. А я не верю чудесам, я это все разрушил сам. Мечтаю об одном, мне бы увидеть тебя тайком. Счастья, долгих лет, процветания, и чтобы вас знали все-все-все по всему миру. Желаю всего самого хорошего, процветания, чтобы было побольше таких концертов. Телерадиоканал «Страна FM». Один на всю страну.